это сумерки в Москве. Я здесь. Что это за мостик, фиг его знает. Я еще не разобрался в местных всех делах, но могу сказать, что это все здорово, конечно. Ничего такого я не видел. Это все для меня новое. И вот этот вот ГС-2, или как это называется, смотри, какое место кайфное, а? Столько променада на набережных, столько всякой фигни. Посмотрите, вот эта штука с глиной, как какого-то скульптора, надо уточнить. Очень симпотная штука, ведь там очень много места для... Тусы, тут вообще кругом полно места для тусования и для прогулок. И это шикарно. Москва совершенно новое место для меня теперь. А вон, смотрите, вдалеке Москва-Сити. Так далеко. Я завтра туда отправлюсь. Пофиг, что будет дождь. Я завтра пройду этим местом. А сегодня я здесь, в центре. Вон, какого собор Христа Спасителя. А вот, смотри, посвящен так довольно по-жлобски, я считаю, некрасиво. Это очень ярко, броско так. Какие широкие борта, зачем такой мост делать, не понимаю. Вот это, в чем вот это вот кайф, вот этих плит. Туда, чтобы не посмотреть за борт. Странно. Но вот это место мне нравится. Если такие синие трубы, их видно издалека. И сейчас они подсвечены. Интересно. Это совершенно новые места, которых не было 20 лет. Говорю совершенно новые, их не было 20 лет назад. Или когда я там был. Я был в Москве последний раз, честно, в 1990 году. Мы с моим друганом Женьком из армии возвращались. Мы хотели себе купить обувь. Обувь, представляете? Потому что знали, что у нас ее нет. Вот так. Вот такой вот этот ГС-2. И в сумерках очень все это очень красиво. Храм Христа Спасителя. Очень такое масштабное строение, просто забубенное. Вот я хотел зайти вовнутрь, я так понял, что там съемка запрещена, и там через рампу. Короче говоря, смотрите, запрещены шляпы, фото, видеосъемка, мобильный телефон. Короче говоря, почти. Там почти все запрещено. Вот, и поэтому я туда, конечно, не пойду. Хотя было бы любопытно взглянуть. Вот. Тут таких всяких персонажей на стенах медных каких-то. Вообще вся история расписана.
Но я ни разу не слышал, как он звонит или там. Я что-то как-то вчера вечером, хотя был в этом районе, не слышал ни разу никакого звона или так далее. Что-то каждый час вообще-то там или служба когда. Вот. Сувенирчики. Ладно. Гуляем вокруг. Кстати, дождь идет. А я из дома привез старый зонт, а он сломанный. Короче, гуляем так. Притащил из дома старый зонт. Вообще меня интересует сегодня другой. Ну, храм Христа Спасителя, конечно, величественный такой монумент. И такой, и сколько здесь персонажей на стенах. Вот этих. Ну, я не знаю, что там внутри, наверное, вообще с ума сойдешь. От красоты вот этой всей. Да. Очень крутое место. Новое как бы для Москвы. Чего не было 20-30 лет назад. Вот. Очень крутое место. Да. Такие вот. Сколько вот это всего, как это насыщено. Всеми вот этими моментами историческими. Ну, не знаю, конечно, я вчера снимал коротко. Я вчера коротко снимал. Ну, капли попали на объектив. Даже интереснее стало. Я вчера коротко снял храм Василия Блаженного, когда был на Красной площади после большого перерыва. И конечно, вот это хозяйство вообще серьезно отличается. Я не знаю, такие церкви есть вообще, храмы на Руси, чтобы так и были облеплены историческими всякими, как бы, всяческими персонажами, ангелами, святыми и так далее, и так далее. И мой сломанный зонт, который я припер из дома, не поленился. Думаю, надо обязательно взять с собой зонт, потому что будет дождь. Дождь идет, а зонт в рюкзаке, потому что он сломан. Вот так. Да. Место очень интересное. Дайте до ГЭС. ГЭС вчера мне, ну, в сумерках очень понравилось. Классное место. Но там, правда, еще все только строят. Что там будет, неизвестно. А я сегодня был в гараже. В парке Горького. Музей современного искусства. Гараж. Он меня реально впечатлил. Потому что место вообще чумовое. Ведь там такие экспозиции жесткие. Я еще даже, ну, не знаю. Это нечто. Потом поделюсь впечатлениями. Вот, я двигаю на Болотную. Опять камера вся брызгает. Вот, кстати, как картинка какая интересная. Под дождем. Когда камера забрызгана, а места всем понятные, да? Еще толком не горят огни, но тем не менее .